Че за эта игра не такая? Че за... Даже контрользлять не работает вообще. Тебя земляным червяком. Уроды тут. Фига. Нет. Ну что-то оставил меня. Лежит, прикинь, в поле. Кверху срак? Да, походу, да, так и было. Я братишку поднимал, он меня с пистолета расстрелял. Нехороший вередиск. Все, блядь, ты крошь, что так. Не могу присоединиться к тебе. Почему? Эх, хуй знает. Место есть такое. Место есть в команде, ну, да. Даже. Я не могу, блядь. Сейчас приглашу тебя. Давай. Приглашение отправлено. Мне пишут, что в моем числе, в моем отряде максимальное количество бойцов. Почему-то, наверное, 3 из 3. Типа из 4. Ну, я пригласился. Отлично. Значит, это 4. Всем. Так ты сегодня только один раз вылетнул? Это треть. И каждый раз перезагружался, понял? Да, каждый раз приходится комп грузить. Блять, опять этот петух до сих пор лежит, прикинь, на том же самом месте в поле ползает, сука, просто сука. Я попробую, если так еще будет, попробуем другой жесткий принести игру. Блять, заебись, это чё, кто? Попытка прорваться в союзников закончилась для нас ничего. У меня Warcraft на сетчике. Верховное командование приказало спровоцировать врага на решающий. Я ещё пока раздумываю. Какой, блять, в этом смысл? Гуана мамонта, блять, 20-летней давности на СЗ-шнике держать. Она лучше работает. Но она быстрее грузится, да, наверное, и всё. Нет, Warcraft, блять, игра старая, она работает под одноядерным... Ну, короче... Нету там функции многопотоковости, блять. И разница в игре, блять, на SSD-шнике и на харде это пиздец. Ну ладно. Че, на 120?
враг отказывается. Нет, 240 у меня фетиша. Мы должны вложить туда не влезет все силы в нашу последнюю атаку. Warcraft весит, блять, 70 гигов. Ну. 70. Плюс винда. Да, жалко, там... что-то не знаю, жалко, блядь. У тебя должно быть еще место для, как минимум, для двух батлфилдов еще. Все, слышь? Четвертый раунд. Ничья. Сейчас этот будет. Батл рояль. А что там, что надо в батл рояле делать? Остаться в живых последним. Да ладно. Короче, снайпера только не бери. Бери штурмовика, там медика. Не нахуй, снайпера. Сейчас будет круг сужаться. Интересно, лагать будет, как в прошлый раз? К нам на помощь больше никто не придет. Их меньше, чем нас. Команда медик. Куда это, блядь, артиллерийский, сука, это я стран? Что-то первый раз так услышу. Может, что переделали? Я не вижу круга, кстати. Я не вижу, блядь, гавона. Давайте сейчас в этом доме, блядь, похоронимся все вместе. Ну, короче, бой будет, как всегда, в городе. А. Ты уже батл роялил на этой карте? Да, но я сейчас я говорю, я не вижу круга. Ты не видишь круга? Я не вижу круга. А, вижу, он сужается. Смотри, карта, блядь, сужается, заебись. Все. Я, да, батл роялился один раз. Я же тебе рассказывал. Да. Только тогда все лагало, и... Я нормально так. Я четверых убил, и у меня из-за лага меня кто-то кончил. Короче, главное не кучковаться вот так вот. Вот второй этаж. Не лагает. Блин, я же могу резать, пацаны. Блять, меня убили тоже. Потому что я, блядь, надо было резать. Не как я. Что-то, судя по трупам на карте. Братишка, резай. Лезь нас, братишка. Умираем. Наната! Лоца! Пиздец. Четыре на девять, мне кажется, нам пизда. Я смотрю за чуваком, который не может прыгнуть через забор, блядь. И он за зоной, типа, находится. А что за зоной, что происходит? Угадай, братан, наверное, как и в других батл-роялях, у тебя снимается ХП потихонечку. Я не играл никогда в батл-рояле. Принципы-то ты знаешь, наверное, ничего. Принцип батл-рояля. Сюда прибудут новые дивизии, и Франция... Чё, вообще фишку не сечёшь, что ли, блядь, старикам? Это позволит нам добиться безоговорочной победы в Европе. Наши годы. 0-9, пиздец, тотальный слив. Бабе отряд победил. Блядь. Ты залезал в персонализацию техники? Да. Пиздец. Неимоверное количество денег стоит скрины. 20 тысяч, блядь. Охуеть. Да. Бойцы, нам удалось захватить Нарвик, получив доступ к железу, столь необходимому в войне. Однако британцы уже готовятся к высадке в этом районе. Первый удар... Давали бы больше заданий, что ли, тогда, чтобы накопить, а то, блядь. Три задания в день на 100 рублей каждое.
Ебаш, блядь, сутками. Да. Хуярь, сутками. Надо МГ докачать. Блять, сервак, пиздец, походу. Че, все, помер? Да, похоже. Ну, нас больше, мы выиграем. Просто можно почилить за зениткой посидеть. Какой смысл? Эй, ты. Фашист. Давай, пошли, пошли искать другую пизду. Так надо было выйти с отрядом нажимать сюда. Да, чё ты. Это же, ну ты же командир, типа. Блять, так не засчитали ход войны, блять. Этот. С Фау-2, блин. С Фау-1 или ЧБ-2. Фау-2 уже баллистическая ракета, братан. Была бы у нас такая мощь в нашем рейхе. Так, ну что ты где-то? Фау, это последнее задание, по-моему, да? Какое-то. Да, да. Ну, сейчас заработаем тебе, чё. Там всего-то два фрага надо набить. Хотя я сегодня опять же пулял, прикинь. Враги захватили точку, и там по-любому должны быть враги. Я туда стреляю, блядь, ракеты, и ранил кого-то там на столб всего лишь все. Так, я создаю отряд. Давай. Так, вот аэродром есть пустой. Типа это третий получается финальная карта. Блять, так хорошо шли, ёб твою мать, ну пиздец же. По-любому бы выиграли, если бы, блядь, меня не выкинуло. Вчера мы выиграли время для фланговой группы, позволив я им там всем, первый блядь. Удар по германским аэродромам. Танк отжать, быстро. Не, я не успел. Я успел. Текст. Хочешь, садись в танк, а я типа пулеметом. Почему? Твой же танк. Ну давай. Ну и чё? Хочешь. Я не люблю эту хуйню. То есть я водить не умею, блядь. Я туплю и нас взрывают, поэтому лучше ты води. Окей. Жалко, что у тебя гауссовой хуйни не стоит. То есть гаубиц, блядь, какой гауссовый. Думаю, хуя себе. Энергетическое оружие, блядь, британской армии, блядь. Все по секретным чертежам. Да, спиженному рейха. Конечно, я. Уничтоженным. Опа. Справа. Справа не вижу. Было. ХЗ. Ну, панцерпауз. Вон, блядь. Готов. Надо не забывать. Я помню, здесь есть снайперки, блядь. Не забывать их там чек. Помнишь, где снайперки сидят? Че? Починимся. Захватите цель! О, приперлось, смотри, да по колесам я просто. А, блядь, не работает, это же игра. Thank you.
уходит. Слева нас уходит. Пусть будет здесь, ну, из бугров вылезать, пытаться прибить. Кстати, мина прям под нами, братан. Это наш какой-то идиот наш заминировал. Во-во-во, блядь. Хуя, вон еще один. Я его убью в следующий раз. Блять, другой. У нас что-то чинить пытаются? Нет, они механики. Хотел умереть за пулемет. Ну, он присел. Он нас помогает. Ну что, нас еще много, можно туда не ехать, в принципе. Угу. Надо позицию какую-нибудь занять. Повыше. Попробуем отсюда пострелять. Вот так вот. Бля, что-то качает тебя. Вон они, кинкерки, смотрят слева. Ага. Для меня прям жадность обуяла, блядь. Я вам, блядь, сука, не выгна. Так, откуда ты слева хуячит? Прям на горе, смотри, сколько петухов, блядь. Петушиная гора, блядь. Осторожнее! Посмотрите туда! Да ёб твою мать, откуда? Ты увидишь? Впрочем, как и я. Я просто тоже его, как бы, не могу прямо стрелять из расположения. Бля, нас точку отжали, блядь. Разбираешь мою морду? Танк тупит. Дико. О, блядь. Так, одного я убил. Гранатами нас закидывает нахуй. Не знаю, нам. А, да. Я почти никого не убил вообще. Ну да, что-то такое, конечно. Ну это танк у меня хуёвый, наверное, да? Ты нет. Ты я кривой. Так, ну больше нам танк отсюда почему не дадут? Надо отряд. Нам нужен свой какой-то отряд. Давай. Эмо или какой. Как, а что у нас, смотри, счет какой? Может, что-нибудь зайдет? Какой у нас счет? Сейчас отнимем чужой счет. Да? Давай, окей. Какой отряд? Эмо хочешь? Погнали.
Окей. Тут вообще очков нет ни хрена. Давай сейчас чекну другие отряды по-быренькому. Давай, давай. Нищие клановцы сидят без очков вообще, чё. Отряды багуют, блять, меня вышвыривают меня. Ладно, хуй с ним. Чё ты? Отряды багуют, меня вышвыривают из них, так что... Эму так эму, чё, надо отнимать отряд. Что делаем, сержант? А, тут есть приказы даже, не пойти. Танкист только мудак у нас. Блять, сука. Хуесос XS7. Наверное, поехал за этой самой. Какой-то хуйней. Я иду, какие-то мертвецы на втором, блядь. Ёпта, там нифига. Там все живые оказались. О, ты на танке. Отступаем. Можешь не ехать. Нихуя. Я сражаюсь вместе с тобой. Баншицу, блядь. Баншицу. Баншицу. Че, в глаз прям дали? Покажи глаз. Бонжушку. Глупый. Глупый бонж. Прям глазик дали. Глупый. Глупый. Останешься без глаза, глупый. Дурак, блядь. О, танк, блядь. Похуй, ладно, я к тебе. О, нормально, я занял место козырного стрелка. Сейчас штурмовать будем прям на голову. У нас мало осталось. Мы победим! Доехать мы, интересно, успеем вообще. Все, я повесил. Ну окей, я попробую сейчас другую хард перенести. Наше наступление обернулось катастрофой. Уцелевшим силам был дан приказ об отступлении, чтобы враг не взял их в кольцо. Мы в шатком положении, но победа позволит все исправить. Запомните, мы на правильном пути, и история это докажет. Yeah.
Так, слышь меня? Угу. Сейчас попробую перетащить это дерьмо на SSD. Если уж не... Примерно 6 минут, говорит, пойду покурю. Германская армия вторглась в Голландию, нарушив нейтралитет этой страны. Их десант попытается уничтожить нашу тяжелую артиллерию, подготовив... Сейчас, где врач? Там, осторожней! Блять, хуя. Враг
Мне тут на работе перепал, короче, хард на 2 терабайта. Но, судя по всему, он багованный. Ну, он подзалипает. На нем, ну, то есть на нем иногда что-то подзалипает. Если с него что-то юзаешь, где-то, блядь, побит, может, надо деформентацию делать. Хотя нахуй делать деформентацию, если я его форматирую. В принципе, нахуй не надо. Так, где папка, блядь, игр? Бля, как же все нахуй непонятно в этом ебаном Ориджине, блядь, где что нахуй? Какая тупая вещь, блядь, абсолютно. Да не знаю уже. Я видел, чем чуваки только что убил одного. Так, я противник уничтожил цель цапля. Бля, 4 катки подряд с нормальным счетом, блять. Вот не пруха нахуй, как. Я. Мне знаешь, как не хватило доклада, блять. В этом сезоне 3 очка, блядь, 3 ебучих очка до сраного гладиатора, а и потом, блядь, реворк, короче, класса посередине сезона, вся хуйня, идите нахуй, блядь, шамана, и все, пизда, просто можно играть. Кто так, блядь, делает вообще посередине сезона? Да конченые гандоны, просто конченые. Чуваки, блядь, реально на вагоне сидят. Я уже второй раз их вижу. Так, можешь меня при это? Ща. Это настоящая катастрофа. Мы потеряли всю тяжелую артиллерию, а значит, не сможем вести обстрел вражеских зон высадки. По нашим оценкам, немцы, ободренные первым успехом, вскоре начнут полномасштабный штурм. Боже, храни нас. Там собаки. Без артиллерии мы не могли остановить высадку немцев с воздуха. Теперь они приближаются к центру города. Наше укрепление — единственное, что может помешать им взять Роттердам. Мы будем биться за каждую улицу, за каждый дом. Не все еще потеряно. Вот это заебись, блядь. Вот эту карту я люблю. А мы еще и в дефе. Так, что, переходим в отряд другой?
Блять, давай, слышишь, братан? У нас тут немецкое вторжение, блять, во Францию, нахуй. Че, я отходил. Я не доверяю этим пидорасам. Немецкое вторжение во Францию, блять. Эту цель нужно защитить! Защищайте цель любой ценой! Они прыгают, я как крысятку ярю. Ой, блядь! Выйдь прям на лету, ебашу. И кстати, что мне только я, блядь. Больше не лезут, боятся. Бегу. Врача! Спасать. Я ж тут помру! Прямо наверх. Где он, блядь, сука? Танк, беги или сдохнешь! Во, блядь. А он мертвый или что? Прямо над точкой, блядь, этот ебаный танк стоит. Я его взорвал, нахуй. Красава. Как гранату выкидывать, бро? Че? Какой кнопкой гранату выкидывать? Хуй знает. Я долго не задержусь! Я не знаю. Может быть. Там написано, наверное, будет. Блять, я пока читать буду, я же сдохну. Быстро считай. Блять, 6-0 шел. Только что стоило мне это, блять, уйти с этой лестники снизу, так они, блять, сразу там все заполонили. Вот и вот ты где, нифига, нормально там. Воюешь. Чё, я треснулся только что? Ты чем? Чем ты треснулся? Ладно, это была шутка за 10.
танк едет. Да, вижу. Уебать, блядь. Раз с трехстволкой. И меня он убил. Все, блядь, пиздец, Альфи, там танк все заберет, блядь. Мы нихуя не сделаем. Ой, бля. Хуево. Надо. Он сейчас поедет по-любому вот сюда, где мы сейчас с тобой. Как-то ступать, Внимание, мы потеряли этот сектор. Мы, говорит, потеряли. Нихуя потеряли. А из-за кого, блядь? Укрепляйте свои позиции. Скоро враг атакует. О, я придумал охуенную игру, блядь. Все, мы там все заминируем. Дождемся, когда они туда придут. И взорвем окно. Срочно вернись в зону. Не следует покидать поле боя, солдат. Нельзя покидать поле боя, солдат. Я две мины кинул. Интересно. Чисто против танк? Да. Опа. Срослась пизда. О, он едет прям к моим минам. Сейчас мы его еще фаустом, блядь. Подбит на 80. Нахуй, я его! Тар, ты добил! Красота, блядь. Мы его просто сейчас по-царски разбирались. Тимвор. Смотри, Женек, смотри. Бам, нахуй, еще, блядь. Видел, дом рухнул? Да. Это я взорвался 4 с врагом. Так, это дым, блядь. Нас обходит. Охуенно. Вот он. Крысёныш мелкий, блядь. Второй, блядь, крысёныш. С дыму, нахуй. Готов. Я чуть не могу в пехоту в последнее время попасть с Панзерфаустом. В смысле, просто бегаешь? Она не уешит ничего, блять. Я что-то криво стреляю, что ли? А она не уешит. Она, блядь, попала. Она, блядь, ауешила, хуешила. Нормально она ебашила по пехоте, теперь вообще нихуй. Ракета, что ли, по другой дуге летит? Хуй, да нет, вроде. Вот они, да, в переулке, блядь. Я раньше 60. Нормально, блядь, пехоту ебашил с этой хуйней, а теперь нихуя. Он один гусь, блядь. Он за патрушками идти. Что-то они какие-то скучные, они здесь почему-то не хотят нападать вообще. Зато вон на мосту их дохуя. Блин, на мосту тоже как-то, блядь, вяленько, блядь. Танк, братан, танк! Зря. Ой, зря. Ладно. Враг цель захватил! Тебе нужно вернуться на поле боя. Не бросай родину! Ну, попал, конечно, 25. Этого мало. Ну, еще попал, блядь. Скользящим каким-то. Ладно, хуй с ним, пойду за патронами. Я надеялся, что он подъедет, а мы его сейчас со спины распаячим. Ну, там в лоб просто особо не, блядь, не пробивается, нихуя в лоб, блядь, в этой игре. Да, и на самом деле он... Я тупанул.
Он заметил, а тут хилки просто вообще починится. Он сейчас может вообще не высовываться. Ну он там, да, у хилки трется. Я спугнул его. Пулеметчик. Ага, вон он. Осторожнее, посмотрите туда. Едет, блядь. Едет. Ща мы его ебанем. Пусть поближе подползет, сука. Вот. Шикардос. Давай сначала минируем, Я поставил, подрываю. Теперь пердачело, блять. На, нахуй. Вообще шикардос. Ой, бля, пиздец просто. Пойдем, ну, надо за патронами, наверное, нет? Слышали? Хотя я всего одну ракету потратил. Ну да, С4. Чувак, это средний танк. Какого хуя он не взорвался с твоих, блядь, двоих С4? Я не знаю. Почему нам пришлось еще две ракеты на него тратить? Причем я одну в бок ему прям в гусеницу ебанул, ты его добил. В жопу. Да, вообще должны были убить его нахуй. Он должен был со взрывчаткой умереть. Ты ж прям на двигателе ебанул. Да. Подлатаю тебя. Так, пошли. Спасибо на Б, что ли? Или что мы здесь сейчас, блядь, оставим эту точку, и пиздец, здесь танки прилетят. Я пошел отсюда. О, видал? Пойдем, пойдем. Тут враги у нас на этой. Вон, блядь, уже. Вовсю хуярит. Там еще в окне снайпер, так что надо осторожно. Да они, блядь, наверху. Я думаю, убить. Тихо. Ты, блин, ты мешаешь. Вот. Блядь, тут меня засекли, нахуй. Вы, блядь, что ли? Панцерфаус нихуя реально нихуя не убивает. Блядь. Не резай. Хотя можешь резать сейчас. Вроде никого нет. А, ты там хуй знает где еще. Резать. А, не меня стреляют. Окей. Тогда уходи к тебе, а. Все, я сдохну лучше. Давай наверное. А танков нет? Танки едет, пошли танк взрывать. На левом, слева, респа. Атака! Он прям здесь уже. Слышу, да. Так, блядь. Пехота не вижу, блядь. Били? Да. Угу. Уже удивился, блядь. Так же, абсолютно в том же самом месте, блядь. Дегенерат. Да, абсолютно так же даже ебанули. Только моя финальная теперь была. В гусеницу. Максималочка. Блять, они здесь сидят, мне прям противно. Нет, оборона, я понимаю. О, снайпер, блядь. Снайпер. Я убил его. Ну я опять на Б. Давай, я тоже с тобой. Так, у нас он по улице. Пусть не ладно, пускай бегут. Вот там, откуда я стрелял, кстати. Убил? Нет, тут кто-то шмалял. Вот тут... Ага, блядь. Вот я одного убил. Там еще, блядь, парочка. Танк поход, бро. Ой, блядь.
Можешь резать? Там никого нет. Ну, может, напротив. Там, там танк, кстати, еще. Там снайпер спереди. По центру, то есть. Аккуратнее, брат, там переулки. Там их много. Вот, вот там вот, короче. Я не буду панцерфаус тратить. Вдруг мы, блядь, на танк будем охотиться. Блядь, враг. Да тут вот патроны рядом лежат. Да, а, вообще да, смотри. Хотя потратить. Сейчас Б захватим. Блять, а кто поджег его? Танк прям здесь, сука. Давай, точку на мосту, блядь. На мосту? Да. Я в него подбил, короче, меня снял снайпер с лесенки. Я не снайпер, ну короче, да. Так, блять, а кто у нас быт отжимает? В смысле, альфу. Нам надо было в летучку отжать, чтобы там стрелять в танки, хуёнки. Наши хуесосы, они что там? Подожди, стоп. Альфу не могут. Ну я не знаю, ну по, давай погнали, на... Погнали, погнали. На левый рейс. Б, вон, блядь. Всё, проебали. Ай, блядь. О, слушай, вот здесь сейчас, по идее, у нас... На этой точке танки, на следующей. На этой. Вот здесь сейчас будет нормально у них прорыв. Можно здесь пострелять хорошо. Ой, танк есть наш. Я здесь обычно, короче, танк ставлю в этом проходе и хуярю. С пулеметом стреляю в танк. А тут стационар. Танк-то мы не взорвали, нет? Нет, не взорвали танк. Он стоит там. Блять. У нас тут. Все, у меня игра повисла, блять. Неженек, это дело не. Сколько у меня фрагов было? 21-4. Охуеть, блядь. Это дело не в харде, блядь. Стоим! Обороняйся, Зэ! Блядь, ну пиздец, блядь. Одна игра, блядь, игру сломали разработчики, вторую, блядь, не доделали. Охуенно. Все нормально играло, блядь. Теперь пизда началась. Даже никаких краш-репортов посмотреть. Никаких логов она не ведет, это странная игра, бля. Хуево дело. Пиздец, блядь, а. Берегитесь, там опасно! Я даже не знаю, что писать. Да, тут куча, блядь. Сейчас посмотрю, может, в инете есть какая инфа. Ну, и она также, конечно же. Нихуя не это самое. Противник уже достиг последней цели. Посмотрите туда! Чёрт, это серьезно! Сука, блядь. Не реагирует вообще ни на что, блядь. Диспетчер задач, блядь. Даже диспетчер задач, представляешь, не могу за ней открыть, блядь. Это что же какой-то симптом? Игра говорит, что она работает. Во, блядь, какой-то... Какую-то ошибку высветил. Что за ошибка? За это ради меня проблема. Вперед!
Блять, да ёбану. Сейчас пойду в гараж вообще, нахуй, созлюсь. Сейчас такая срачела вообще. Пиздец, даже, блядь, даже окно, короче говоря, завершение работы, блядь, игры повисло, как бы ям. Это же, блядь, бред. Сука. Врача! Ура, я ее закрыл. Так, ладно, открываем. Что там предлагают? Блять, это пиздосно. Я зашел, короче. Набрал поиски типа вести батла. И первый же сайт, который хочет, чтобы я установил три программы, охуенно. Амига браузер все к нему. Да. Правда, Амига, конечно. Проблема Battlefield 5. Контроллер не вибрирует или вибрирует неправильно? Охуенно. Вибрирует неправильно, блядь. Я ранен! Помогите кто-нибудь! Игра началась с 5%, в смысле стрим, с
25% этим, блядь. Потерями кадров, блядь, а сейчас 40, нахуй. Отлично, блядь. Как снежный ком какой-то растет, накатывается. Так, хорошо, да, посмотрим. DXDR, чё? Что такое? DirectX 12. А, ты, кстати, его чё, включил, нет, в итоге? Да вроде включил. Все, ну, в игре это еще. Да-да. Может, тогда выключишь просто его и поиграешь? Я тоже думаю, что попробую. Попробуй, конечно, это. Я его включил давным-давно. Как ты сразу сказал, за 2 недели уже играю с ним. Попробую выключить его. Вот эта хрень может повлиять на. Блять, это все это говно началось, как я перешел на ебучий Intel, блять. Был AMD, нихуя проблем не было, все игрался. Warcraft, блять, тоже что-то там мандил, блять. Кидаю бомбу! Блять, мы выиграли все-таки. Немцы не смогли захватить Роттердам и поэтому взяли город в кольцо. Не, ну это четко было сейчас, короче. Так, танк хантинг, это было круто, блин. Страдания мирного населения должны прекратиться как можно скорее. Настройки. Блин, я еще ничего не изменял, блин. Дополнительно. Иди, блядь, DirectX. Включи ограничение процессора, там еще что-нибудь, какие-нибудь такие приплоды. Что выключил? Да я особо ничего не выключал. На наши условия сдачи немцы ответили бомбами. Уничтожение всего центра города – омерзительный поступок, который не останется безнаказанным. Нам приказано контратаковать врага, и мы это сделаем. Я вообще не вижу, где этот ебаный DirectX, блин. Расширение, качество графики. Ограничение памяти графического процессора нет. Хорошо, давай. Увеличение. Изменить настройки графики. Основываясь на доступной памяти для улучшения производительности. Подключение графической памяти к графическому процессору может произвести больше памяти, чем доступно. Это может повлиять на стабильность игры. Пробуем. Да-да, включи ограничения там, чуть-чуть. Ну, у меня, конечно, видюха-то, блядь, так себе. А, кикнешь как какую-нибудь ёбка? Да. Ой, я захожу. Так, пока я захожу, курну быстро. Продвиньте линию фронта до штаба противника. Кикни мне, негра. Давай!
высший класс! Боец, нужны патроны! В бой! Врача! Он зашел в спину. Помогите хоть кто-нибудь! Я долго не продержусь! Здесь. Ой, что там чувак бомбит прям в самом центре зала, блядь, в самом пекле. Ого, блядь, я резнулся, меня задержали. Ну я попробовал просто. Санитейтер. Санитейтер, смотри, я мертвый. У тебя грязь на левой щеке. И на правой тоже. Поднимешь меня? А ты умер, что ли? Лежу тут. Меня ранили! Блять, наверху что ли? А, я понял, сейчас. Сейчас подниму. Mm-hmm. Ты ж мне только что прям секунду назад поднимал. Да это не я был. Слышь, мне скинул. Бесплатно. Что не удивительно. Я же есть ебан, че за хуйня. Блять, мы тут сидим пиздец на этой стороны. Пизду, пошли по-нормальному. Ранее, блядь, надо рассредоточиться, сказал. Открыть судьбу надо. На нахуй, башку, блядь, каким-то да. Штурм ГВР. Штурмовая винтовка, да. Да. Мы все знаем немецкий. Да, хули, блядь. Блядь, хоть рисует кто-то, то хорошо. Поджог, блядь. Я поджог, блядь, человека 4 точно, прикинь. Да, они походу... А, нет, один сгорел, но только 500 повреждений, прикинь. Потоптались, хорошо. Да. Кирзачи кому-то поджали. Ой, блядь, не нравится, мне не нравится это место. Не хочу здесь находиться. Я хочу, блядь, домой в память вообще, блядь. И на улицу пошел. Там поддержать есть чем. Сейчас захватим, не убегай. Да я не убегаю. Я в процессе захвата. Штурм, блядь. Да тут враг прям, ёпта. Заряжаться, тебя убьют хуям, блять. Да меня и так убьют, блять. Умирай, не умирай, сейчас захватим.
Да я сдох, в смысле. Нет, не чё? Два убийства при обороне. Кстати, задача так снимать, чё надо? Блядь, я на эту пушку все задачи выполнил. Кстати, можно между раундами, ну, менять и персонализацию задачки. Я так. Курс. Раунд пульс. Задачи менять? Да. Отлично. Взяли эту даму. Теперь добить этих хуйсов. Спокойно, сейчас полегчает. А чё они не помечены? Тут чувак в тылу просто забежал, я видел, как он нашего убил, чувака из отряда. Он типа не был помечен. Ну ладно. Держи-ка патроны! Бойцы, все цели должны быть уничтожены. Так, я на альф пошел. Цель! С бомбой? Уничтожить! Не-не-не, такая бомба. Где бомба? У меня хуёво с бомбами, бро. Сейчас буду еще одного сжечь. Ой, ебать. Блять, прикинь, стреляют, попасть не могут. Это есть бомба вообще? Хуй знает. Должна быть. Да ну в пизду, это винтовка, она ебанутая какая-то. Только не попадает, блять. Уж прицел. Трясет, блять, как бешеный просто. Возьмем задачку на МГ-3 тогда хули. Это что, блядь? Вставай, братишка. Да хоть вставать, блядь, в нашем соседнем доме, блядь. Хули, давай, на, блядь, у нас тут все умирают, блядь. И не только в соседнем доме, у меня тут, в моем доме, блядь, постоянно кто-то дохнет. Ты алкаши, блядь, ты еще кто-то. Старики, блядь. 8 кп, есть аптечка? Я же этот... Штурм-хуёр. Штурм... Штурм-гевеха? Я всегда знаю, что это ты. Сбегай на базу, раз хилки не дают никто. А где здесь эти аптечки? Слушай, бомбы на карте нет. Может, что поменяли? Я не понимаю. Куда надо? Типа теперь так минируем цели? Руками, блядь. Кладем на цель болт. Минируем болтом. Болтовое заминирование, блин. Внимание, бойцы, цель АЭСП заминирована. Болтирование, да, слышал. Правда, кто-то заминировал своим болтом. Да хули, негр просто, блядь. Негр с зарядом бежит. Да ёб твою мать, откуда ты здесь, блядь, сердце, сука, петушок? Ой, блядь, что это было? А, это мы уничтожили соля и стоп, нахуй. Ценой полкоманды, блять, я понял. Не, ну хай, хули, она того стоила, блять. Блять, стрел стволка. Сзади заходит. Где мой труп? Так, ну я вроде кого-то убил. Погодь, братан, сейчас подниму. Ты где, блин? Я сзади. Блять, да нас тебя, твои... блядь, вообще не поднимаешь, ну, я тебя не вижу, блять, я здесь народ... Вообще даже куда бежать не понимаю. Сзади. На тебе за это. Так вот, блядь. Прям в сорокатанище обхали. Оборонить эту цель. Давай хоть позицию какую-нибудь выгодную на этот раз займем.
Ой, я знаю одну на улице. Бойцы, позицию, захватите блин. Цель! Какую, блядь, улицу захватывает цель? Ты заебал. Улица, братан. Сейчас мы ее быстренько захватим, блядь, и все. Дальше. Да нет, надо, на улице нормально, лечь просто. Тут, блядь, надо захватить Альфу, если она уже наша. Ну, просто, да, блядь, на улице, я и говорю. Захватываю я, захватываю. Я лежу, блин, на улице. Тут враги, блядь, везде, братан. Я тут двоих, блядь, между прочим, как где ты был, когда я их убивал? Я тут тоже двоих убил. О, меня МГ-4 качался до 10-го. Это я не заметил. А я все жду, когда мне дадут. Граната! Этот. Кого дадут? Ну, последний МГ-42, который знаменитый. А. У тебя же он открыт, наверное, там? Да нет, вроде. Блять, типа, пулемет это, конечно, пиздец. Я, блять, вышел на линию огня, чувак по мне стрелять начал, я лег, нахуй, прицелился, убил его, хуям собачек. Черт возьми, снайпер! Сейчас я медик на тебя резаюсь. Да-да-да, подключи меня, у меня 7 хп. Ты где? Где, братан? Я с тобой. На. Мы не зря старались. Ну, я пойду резать пацанов. Спокойно, я тут. Получится, блядь, конечно. Я всех рез. Спасибо. Цель! Уничтожь ты ее! Смотри, у нас в тылу один. Смотри, смотри, видишь, бегай. Нам надо его убить. А, вижу, вижу. Давай. А где он? Только я с пулеметом, блядь, чем я делаю, не знаю. Я его с пистолета ебану, не знаю. Опять началась, блядь, поебень, короче, вот эта хуйня мутная, блядь. Сидение, блядь, в дырке в церкви, нахуй, смотри. Я прирезал, блядь, его, блядь, прикинь. Правильно. С трех тычков в лицо умирает человек. Не умер, я умер, блядь. Сейчас тебе интересно. Не ходи туда, они пидать долбоебы, пошли за обход. Давайте полечусь, развернись, я сзади вон. Пошли. Пойдем. Там сейчас эти, блядь. Здесь что ли, хуй знает. Да, пройдем. Там этот штурм тигр стреляет сюда. А, блять, в рот его ебать. У него реактивность. Надо быстренько проскочить. Все будет заебись. Блять. Ну, держи патроны. Ой. Так, мы здесь проскочили. Там воины, блять, этого ебаного вермахта, блять. Он лежит там, короче, ближе к опорным колоннам моста, короче, вот там, блядь, пусть знает. Вон. Ага, еще один, еще один, еще один, еще один. Блять. Храбрый боец. Сейчас подожди, я мне аптечку дадут, я тебе кину. Мягкий выстрел, солдат. Где моя аптечка? Окей, сейчас дым кину туда. Прикрываю. Как могу. И там их довольно много. Я прошел. Одного я убил. Отлично. Ну, короче, вот эту тыловую позицию, блядь, мы вроде как заняли. Ебать их тут, блядь. Ебать, 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 ебать. Я на точку пиздал. Давай. Попробуй прикрыть ее. Блять, С4. Ну, в смысле, динамит. Я понял. Да, блять, меня братью не из отряда поднял, прикинь.
На Е откидывает. Гранаты, на. Бери патроны. На Е гранаты откидывает, слышишь? Ага. Готово. Я только что одну открыл прям тебя. Блять. Давайте резайте, блять, братья. Надо резать, блять, пускай дефует точку ебаную. Да ну нахуй. Все, мы выиграли. Охуеть, на одном, блядь, ты видел это, блядь, просто на грани, победа на грани. Невероятно, вот на всю свою мощь, но мы все равно взяли верх. Да, там какой-нибудь один мудак полудобитый, да, и умер. Эвакуация их правительства и королевской семьи в Англию. Но наша цель была точки взрывать, а не убивать, если что. Ну, я как бы все это и делал, всю игру. Я старался взрывать точки. А этот наш фланговый прорыв, это же, блядь, прям по учебнику. Да, хорошо зашли. Вау, слышь, я первый раунд, блядь, закончил без вылета. А у тебя сколько памяти этой видюхи? Слушай, я не помню. 4, по-моему, да. Хуя. А, ну тогда все понятно. Это все, это та же видюха, да? Да, да, 950. Наша следующая цель — артиллерийские батареи противника. Десантируйтесь в тыл врага. Разыщите подрывные заряды и уничтожьте. Так, ну и чего? Где мои задачки? Я хочу еще задачки взять, почему не могу? Надо построить еще 3 какого-то говна. А, здесь надо снайперить. Причем жестко с этого гевехера. Я пока с пулеметом побегу. А, мы в атаке. Тогда не знаю, что делать. Какой-нибудь карабин хочу пострелять. О, М1А1. С калиматом бегаешь на карабинах? Не на всех. Ну, вообще, обычно с калиматом, конечно. Ну, вот М1А1, блядь, там только с калиматом бегать, с его скорострельностью ебучей, блядь. Ну, вообще, там, блядь, полуавтомат. Карабин. Можно быстро стрелять, да? Такс. Правильно. Рассчитал. Выставки. Пойдем сюда. А чё, почему ты не в моем отряде? Чё за хуйня? Ну-ка, отряд. А ты в каком отряде? Ты в Иволге вообще сидишь. Ага. Пойдем в Журавль. Не-не-не-не, да-да-да, в Журавль, да. Hey, baby, wie geht's weiter? Чё ты не закладываешь её, придурок? Какой ты идиот, альфу не минирует. Прямо рядом лежит с бомбой. Чё, что это, смотри, сиди туда! Чё, ты слышишь? Бля, дай... Чё за фашист с нами говорит? Вас? Я не слышал. Come on, guys! Я вообще не слышу в игре почему-то кентов. Да, отъеби... The house behind the artillery is a gunner. Фашист говорит.
Блять, может он в инстракторе что-то поменял? Слышите? Everybody spawn on me, let's go! Тут два чувака говорящих в отряде, слышишь? Holding spawn, come on guys, spawn up! Вон у меня все стоит в VIP. VIP, да. Where the fuck are you? Нам... Come on, man! Да, включено. Spawn on us! По умолчанию... Check the map next time! Города. Alt. Ученик, ученик, ученик. Все включено. Ну, они говорят, короче. Не работает. Попробуй сказать, что сказать. Эй, суфлюх, суфлюх! Ну, тут ты говоришь, это есть. Я умер и лежу. Меня резнули и убили опять, и я теперь лежу. Ничего не происходит. Я типа играю за труп, блять, в этой игре теперь, прикинь. Сука, кто меня и без оружия, блядь, резает, кто, сука, я трупы, блядь, играю, отыгрываю. Хуёвый ролеплей. Чё мне делать? ХЗ. Go for C, man! Ты видишь меня? Эй, идиот, go for C! Нет. Чуваки из отряда очень громкие, я их потише сделаю, пошёл. Громче, чем ты орут. Зейн зухт, Сафлюмен. На тебя не реагирует. Ты моя матом ругаешься, что ли? На мамку, да. Блять, братан, ну я не могу ничего делать, не за хуйня. Кусок говна, пирога ебаного, блять, сука. Ну ре... Зензухт! Рест! Зензухт! Суфлюм! Рест! Сукин дети. Блять, дебилы. Man, English, come on. Я так точку долго обрабатывал. Он тебя просит по-английски говорить. Сука, и мне придется выйти, блять. Я не могу, я мертвый, нахуй. Блять, какой-то хуесос. Цуфлюхт, мой фролен. Духаст. В отряде нет места, а я в очереди. И нет. Че? Можешь пригласить меня? Сейчас. Момент. Погоди, блядь. Блядь, сейчас. В отряде реально нет мест, какой-то сразу хуй зашел. Да. Сделай что-нибудь. А, так, сейчас... сейчас отряды... Калибри, вступить в отряд... и пригласить... Блять, а я должен быть командиром, правильно? А, ты пригласил, все. Да. В первую очередь. Блять, гранаты, ёб твою мать, блять, петушиные какие-то тут, блядь, петухи опять. Петушиные петухи с гранатами. Да. Отъеби. Блять, какой-то меня, сука, опять с навозом на лице зарезал, хуесос. Так, ладно, я снайпер. На самом деле.
Господи, Толя, блядь, гоняет огромные головы по моей квартире. Кошачьи. У меня кошка кошачьи головы гоняет, братан. Блин. Опаньки. Пойду покурю пока в очереди. Давай. Блять, противник хуесос разменялся цель по клан. Говно какое, а. Мы справимся, блять. Джонни, Карл, Майк. Кто-то включил режим нежности, блин. Блять, естественно, у них мост занят, блять, сука. Естественно, они нас хуярят, блять. Ты ебучий, блять, шакал, хули ты тут делаешь, блять? Рожа, блять, мерзкая. Конечно, проигрываем, потому что у нас хуесос опять в команде, блять. Хуя не могут, блять. Блять, да ебал я в рот.
как там бой идет, я все еще в очередь. Ты тут? Враг задел нашу гордость и силу, но не нашу решимость. Артиллерия союзников, которую мы несу... Команда оказалась так себе. О, смотри, уже тачку под откос просто пустили, блядь. Тихо. Толя, за это можно пиздюлей огрести. Какой такой Толя? Толя — это кошечка моя. Новая? Ну, да. Тля. Тня. Или Толянь. Да? Толянь. Куда бомбить? Под ствол, блять, команда говно, братан. Хуй знает. Ну, можешь ебануть прямо начало моста на самом деле. Начало моста? Окей. Да. Никого? Зенитка меня расхерачила, я ни в кого даже не ранил. Ладно. Сейчас я ее расхерачу. Я расхерачил зенитку, которую тебя расхерачил. Тут пораньше бы, брат. Блять, только вот вылез на нее, серьезно. Так бы с удовольствием. Так, я к тебе, что там? Я в зенитке ты сижу, видишь? Опасная зенитка у меня. Для меня в первую очередь опасная, конечно. Конечно. Везде, блять, враги, нахуй. Кручусь, как черепаха в этой зенитке. Я тигра, меня с пистолетом резал. Спасибо. Ой, блядь. А, конченая игра, блядь, говорю. Игры стали делать как говно, блядь. Полностью с тобой согласен. Не то, что, блядь, раньше, я помню. То есть как захуярили. Блять. Прирезали.
Чувак в отряде забагованный был, бегал. Модель, без модельки. Читер. О, смотри, тачаночка, тачаночка. Тачанка альфу захватывает. Что? Я водила, блядь. Я угоняю тачку, блядь. Стреляет отовсюду. А чувак без модельки, резать к нему, пожалуй. А почему? Я вижу у него модельку. А, ну я понял, если я вижу модельки, то у меня не будет основного оружия. Окей. Я опять с пистолетом побегаю. Все хорошо. Да нахуй мне автомат, блядь. Я же ветеран Battlefield, блядь. Сейчас все будет. Там, кстати, пушка, помнишь, вот там за мостом? Угу. Реально опасная пушка. Да, что предлагаешь? Ну, ее надо первую голову ебашить. Блять, СМЛЕ. Так и знал. Я убью сам себя лучше. Блять, может хоть танк? Нихуя, блядь. Вау. Ваш там санитейтер. Давай, санитейтер, блядь. Я знаю, где эти хуи, блядь. Блядь. Бленхейм, что, блядь? Давай, санитейтер, блядь. Волшебник Иисус. Воскрешает мертвых. Никого не убил, он только кого ранил. Чё ты спалил свою точку? Блять. ФГС. Хуя у моего, блядь, фрица зубы желтые, блять, он не ориент. Походу по делу медицинскую карточку. При вступлении в гестапо, блядь. Говорит, спекин трафан, хэй, фэн. Запомните, это орать, блядь. Войс. Блядь, резнулся к тебе, ебаный в рот. Ты что, мы тут альфу держим. Да, я вижу, блядь. Сейчас смотри. Б захватывал. Но мы и того. Да, конечно, в смысле враги. Ладно. Так. Хорошо, он Б захватывает. Да я вижу, тут один, блядь, в лампасах Б захватывает, блядь, он сидит. Хуй, снайпер, блядь. Там прогресс-то идет? Нет? Да, блядь. Наших смертей только, братан. Я не могу залезть в сломанный, блядь, этот катафалк ебучий немецкий, блядь.
блять, уже. Блять, я тут в такое положение щекотливом. У меня здесь враги. Я сейчас попробую вот так. Нет, блять, никого не взорвал. Да ну ладно, блять. Братан, мне очень страшно. Я даже не понимаю, что я здесь делаю, блядь. Как я здесь оказался, блядь. В этом аду, блядь. О, санитейтор, ёб меня резно, прикинь. Ой, я под сумочку спиздил. Теперь я могу идти к тебе на Б. Надо грамотно спрыгнуть. Оп, прыгаем, блядь. Нормально. Не трогай шнурок от микрофона, Толя. Я запрещаю. Нашу, охотится за нашим, прикинь. Блять, это хуесос его убил, блять. А нормально же общались-то. Нихуя тут не пахнет, блядь. Миссис Шмидт. Блять, так из нас здесь, сучка. Смотри, смотри, я постепенно ползу вверх по лестнице счета. О, да в танке молчишь! Что ж не сказал-то? Тебя здесь не было. Я здесь, блядь. Хуя, блядь. Ну-ка, блядь, пипни этого мудака. Мой щит. В бой, блять. Да. Блять, женюк. Здесь враг, вот здесь, где я стреляю. Вот слева, слева, братан, слева, блять. Так убей его. Да там их пиздец за домом, за ебаном, прям в дом хуяри. Вон он, блядь, сука. Снайпидрист, блядь, ебаный, иди на. Блядь, за флагом, блядь, здесь пулеметчик. Убил одного, блядь. Он башка торчит, ты хуйсос. А что-то, кстати, это не на легком танке нормально катался? Угу. Ну и чё? Да, так себе. А мне наоборот больше легкий понравился. На легком именно и на среднем? На легком, да. Вот который на этом, которому мы давили на мосту, вот этот вот легкий там. Вот эта вот малютка, которая стоит здесь, да? Вот этот, да, именно он. Катался пару раз на нем, да, он быстрый. Вот это мне как раз понравилось. Что я, блядь, успеваю, короче, вы исключены из отряда. Покинул. Вас. Меня исключили из отряда, прикинь. Почему? Заходи, ну-ка, в каком-то отряде. А, это, да? Нет. А там кто-то, видимо, кого-то пригласил.
Тут трое. Нас трое. Я не вижу. Я не могу прийти, отряд полон. Там коннектится кто-то, блядь. Да, да, хуй коннектится. Давай в хрустера. Ну давай в хрустера. Да. Собираем Б. Блядь, сзади нахуй хуели. Пам, снайпер меня убил. Медик! Там сидит снайпер, пляски, ну, толку от него. Хрен, медик есть дым на этот счет. Нам надо захватить. Надо захватить, да. Ну, я с понтом делал захват, да. Блять, нас сейчас осколком задавит. Ебать тут, блять. Че бомбардировщика это наш? Надо попробовать нашим резать. Наши не резают вообще никуда. Положили на все, блядь, петухи, блядь. Поэтому французы проебали, блядь. Мало. Ситуация не из легких. Давай я... Блядь, нож... блядь, 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 Женёк, аккуратно! Тебя снизу под тобой, блядь, прям враг там ходит. Блядь, хз, может убили его? Может убили, да. Я прирезать его, блядь. Чё-то мы вообще не отжимаем. Ну, блядь, здесь враги, извините. Тут... Там вот были, блядь, дохуя. Да отойдите отсюда, блядь, мешает. Там в кустах они, блядь. Вроде никого нет сейчас. О, отжимаем, не умирай. Я не умираю. Блядь, да в пизду, блядь. Мудак мне скоротил. Ах ты скатился, ты комично скатился снизу по лестнице, блядь. Пиздец, спустили. Прикинь, блядь, сидел, короче, наш Кент там. Все, нахуй, отомстил. Сидел наш Кент, его никто не трогал, блядь. Только я туда вылез, сразу пизды получил. Где они, блядь? Интересно посмотреть в лицо этому мудаку, который там по радио пиздит постоянно. Теперь, говорит, вперед, блядь. Хуя там, меня снайперист пытался убить. Смотри, где-то убили его, интересно? Тот убил нашего зато. Но я тебя убил, сука. Штрабы, медицина, где это, блядь, медицина? Давай, медицина. Молодь, давай, резай. Резай, блядь. Не может резать. Резал. Красавчик, доктор, блядь, спасибо. Спасибо тебе, доктор. Там огнеметный танк. Не только, братан, там, блядь, еще и ход навалом. Чё? Спидфайр? Я спидфайр бомбанул. У него есть бомбы? Я промазал, блядь, вплотную.
53% потерь, блять. Звук лагает, пиздец. Я, блядь, промазал всей хуетой, блядь. Это же тупость. Звук лагает, кстати, да. Блядь, просто все... Так, где этот танк сраный? Нет, танк. Ты в танке, тогда езжай к нам. Будем Нет. гасить Черчилль, блядь. Командир, так, я понял, блин. Хуя я ему ебашу. Блять, самолет летает, конечно, блять, такой охуенный. Так, ты в танке. Окей. Я к тебе, блять, пиздуй. Неблагодарное дело. А, танк, видишь, там хуярит, да? Справа. Ну, если вправо ствол повернешь, вот там танк. Вон он. Это, вот, а, вон он, да. Попал? Конечно. Еще раз. Привет. Отлично сработано, цель АС наша. Зайдем с левого фланга? Или будем точку брать? А, мы точку уже взяли. В теории, если поедем, если мы сейчас поедем прямо вдоль Б, мы как раз в тыл танку, блядь, заедем. В теории, если они сейчас того. Да никого здесь нет. Кроме вот этих двух мудаков, блядь. Которых я убил, блядь. В теории, после ракеты мы сейчас должны быстро заходить в точку. О, я вижу слева танк. Я тебе говорю, что там танк. Сколько снарядов осталось у тебя? 7. Вон он. Видишь танк? Он прям с нас огнем хуярит. Главное, что не главным орудием, блин. Это твой последний. Блять, сейчас вылезаю, пробую добивать его, нихуя. Да, блять. Ушел? Я сдох. Угу. Хуя себе, блядь. Захедшотили со стыка, блядь.
там вражеский танк. Так, я на альфу. Там танк. Хули. Да, я знаю, сейчас я, блядь, зайду в тыл, сяду за пушку и выебаю. А даже у нас здесь тоже пушка есть, прикинь. Охуеть. Alles klar. Wir müssen das Ziel dort erobern. Вон он пометил, он слева стоит. Да, угу. Там же пехота где-то прибегает, с которой это добраться. Вау. Блять, он не спешит сюда ехать. Блять. Я по ним попал несколько раз. Ну, все две ракеты. Ну, сейчас попробуем с тыла, блять. Хуя его там бомбят ему. Нет снарядов. Он ступает, блядь. Блядь, я не успею туда забежать. Досадное поражение. Враг принял на себя атаку, погасив наш стремительный натиск и остановив фронт. Конечно, блядь, резвит меня, сука, с пистолета. А нам остается лишь наблюдать за этим. Кишка развалилась, дрыхнет. Тлища. Шкурка. О, пока прогрузка. Замедлили наше продвижение, но мы заставили их отступить. Здесь, на подступах к Парижу, осталось лишь горстка. Такс, отлично. Иди сюда. Ложись. Так. Мне нужно осваивать новую пушку какую-нибудь. И, наверное, это будет... Селбс, блять, хуелер какой-то. Не знаю, что это. Карабин. Вот, на самолете. Нам надо отряд менять или нет? Да, наверное. Давай, дятел, что ли?
Блять, есть снайпер. Дятел. Хуёвое место, я понял. Блять, да что происходит? Можешь сравнить. Не ложись, кис. Сейчас будешь сползать, блядь, поцарапаешь меня. И я тебя потом, блядь, прогоню. Давай, бля, в тылом заходи, ёп. А в тыл, блядь. Внимание всем. Потери. Ты летаешь, да? Сейчас я тебя помечу. А, ну все. Упал, Толь. Надо, чтобы было. Иди-ка посмотри, Толя, я кружку беру. Внимание, бойцы, наша... Где ты еще? Где что-то, блядь, мой, не мой телефон. На С, на С несколько.
Да как так-то, блядь? Сука, ебаный урод, блядь. Расстреляться с этой хуйни надо. Иди нахуй, блядь. Один и тот же хуй меня пытается убить уже, блядь. Четвертый раз подряд. Нихуя не выйдет, блядь. Сейчас я к тебе в спину зайду, мразь, блядь. Блять. Откуда, блять? Тресни, ёб твою мать, снайпер, хуесос, блядь, барон. Как написать, что он хуесос? Всё, наверное, тресни. Ну, как бы ничего не меняет. Команда слабая вообще. Что-то вообще, блядь, последний раунд у нас активился. Отряда нормального нет, смотри, три человека в отряде у нас. Народные серваки тоже нас меньше в команде. Там нет никого, на церкви. Это твоих дверей. На церкви? Да не, не, там нет никого. Приступ, блядь. Вот по сравнению, короче, эта пушка, блядь, по сравнению с МЛЕ Тернера, она, блядь, кусок говна ни к чему. Большие плюшки, конечно. И бум-бум, блядь. Но, блядь, эффекта никакого. Ты первый стрелять начал, тут выиграл, блядь. На войне, ёпта. Ёбываться. Блядь, откуда стрельба? Пиздос, я вот вышел. Два выстрела в него сделал, блядь. Он меня один и убил. Потому что это СМЛЕ, блядь. Он хорошо стреляет. Меня не стреляет. Снайпер какой-то треща выглядит, блядь. Два самолета, которые за нашими летели. Они истребители берут, прикинь, только враги. Что сбил? Два самолета сбил, сбил подряд, которые нашему просто чуваку садили. Слышь? Пиздец, это логика, чувак. Играет мелодия.
Ой, блядь, это же беспонтовая винтовка. Барон 81 ПЛ. Барон. Это как крыса. Ладно, барон. Это как крыса, это прикольно. Я вообще в принципе на довольно что-то стреляет. Что-то меня долго уже целишься. Слышишь меня сейчас? Да. Это нашему чуваку подряд садилась на хвост два самолета, я их сбил. О, это хорошо. Они берут только истребители, блядь. Все, меня, блядь, сбили. Спитфайр, ай. Какой чувак 50 уровня, блядь, ждет самолет. Надо, блядь, нормальное оружие, блядь, пизду этого. Анарил, просто анарил, я вообще... Чё ты там стрелял? Ой, блять, это сейчас скажу. Фебл Лабер 1916. Какая-то хуйня, надо М1 на 1 закачивать. Вот это, блять, нормальное оружие. Два истребителя они берут, они даже бомбардировщики не берут, братан, серьезно. Ой, это ты? Блять, да ебать тебя в ухо, блять, заебали меня. Враги хорошо так сидят, блять, сука. Аж мудак. Сидит постоянно где-то в кривом месте. Все, блять. Ебенькали, все. Мы только что потеряли цель Айс. Может, полетаешь со мной, а? Они на хвост садятся быстро. Сейчас убьют, полетаю. Ну у нас чувак с БВшкой стрелял, хватит, понимаешь, блядь, начал говорить. Да я их видел, блядь, там истребители сбить с этой хуйни вообще, что нахуй делать. Делайте все, чтобы защитить последнюю цель. Опять летит ко мне, блядь. Я срезал. Я, блядь, на этом раунде, блядь, по-моему, 10 смертей заработал. Без особого успеха. Так я сел. Сажусь вдруг вниз. Все равно я его не вижу. Снизу же сверху. Это СПВшка, походу, да? Нет, уничтожил. Что это означает? Поражение. Враг не позволил нам одержать победу во Франции. Однако наша армия сохранила свою непревзойденную силу и железную решимость. Сюда прибудут новые дивизии, и Франция в конце концов падет. Это позволит нам добиться безоговорочной победы в Европе. Сколько интересно дивизий в Рейхе? 12 тысяч? Пиздец, там у чувака 107-15, блять, или типа того. Летал? Да нет, не летал.
Это не пилот. Пилоточник, блядь. Хуй знает, кто он вообще, надо было. Надо в бою смотреть, за кого люди играют. Они планируют дерзкую атаку с высадки морского десанта? Нам удалось захватить Нарвик, получив доступ к железу, столь необходимо. Во, нормально. Ну, братишка покинул наш отряд последний, блядь. Давай куда-нибудь зайдем. Он все равно говном был, этот братишка, блядь, пизду. Да, конченый. Дрозд? Сиди. Давай в Дрозд, да. Сидел хуй знает где, блядь. Как мразь. Мразишь всю игру. Смотри, блядь, это мой ритуальный танец, блядь. Послал третьего рейха. Казачий танец послал третьего рейха боя. Придумал. Пёр. Так, мне надо укрепление строить. Кстати, мне тоже. Блин, мне не засчитывается, если ты достраиваешь, а ты ушел. Окей. Да. Мне что-то не засчитывается. Не, да, не засчитывается. Дискорд лагает. Да не, засчитывается. С опозданием. Ну-ка давай, строй. Ну, конечно, бесконечные мешки, блядь, с этим. С говном, блядь. С говном, да хули. На войне больше всего говна. Мешки с Battlefield 5. Внимание, самолеты с подкреплением для врага. Здесь вообще все можно, прикинь, застроить. Да, так. Видите, четырех врагов не погибли. Блять, меня зарезали, еб с лопаты. Сука, блядь. Как будто, блядь. Это вообще, ну. Советский метод, блядь, между прочим. Кому винтовок не хватило, был тем лопатой. Блядь, где он?
привлек внимание. Бля, здесь нет веселых картинчик на никах там. Дискриминационно. Почему, блядь? Вот это печально. Какой там? Четвертый батлет был, да? Да. Четвертый. Блин, это же было круто. Попробуем его ударить из окна. Взрывается так люто. Хуй знает, наверное, мой нож, блядь, гидравлический. Не знаю. В спину, блядь, прикинь. В тыл у нас бегает. Да, да, я только что там убил одного. Это, ну там что-то много так было, что я даже не успел. Внимание всем! Враг уничтожил цель АЭС. Так прям незаметно, да, прошли? О, бля, бомбардировщик спит и валяется. Горит. Ну как то блядь, он там... Садись с него. Они из дома, что ли, стреляют? Похоже. Да вроде нет. Не, на что лежит? Дом, да. Дом чист. Я, кстати, не вижу, блядь. Вот разминировано. Самолет прям на меня падает. Они вот отсюда заходят, блядь. Я здесь не могу ничего построить. Ой, блядь, ёб твою мать. Иди ты на... Шлюха, блядь, какая, а? Я нашел их, короче, логово, блядь. На склоне горы, где мы с тобой пушечку ставим обычно. Логово прям? Да прям вообще пиздец там. Снайперки лежат, блин. Сейчас попробуем поснимать. Просто такие дела пошли. Нахуй раз. Нахуй два, блядь. Чё есть? Нахуй три, блядь. Бля, у нас тут прям... Прикинь. Прям здесь, блядь. Блядь. Сука. Ну я с горы, короче, все снял. Блядь, за заход. За обойму прям. Ресурс. У меня есть, короче, волшебная хуетень. Сейчас вот так сделаю, смотри. Блин, должно быть видно всех врагов. Ну, по-моему, пиздит. Кто-то нас наебал, по-моему. О, на... Блять. Сразу меня резнул, да? Кто мне сразу не резнул? Я слышу, сразу справа от меня за мешками враг. Да, блять, не только, братан. Ха-ха, сучёныш, блять. Полезешь? Мне осталось одного... Нет, братан, давай, мне осталось одного убить. Одного осталось, я же убить. Ну, медик нормально влез. Блять, встретите меня, пожалуйста, пожалуйста. Я пробую. Спасибо. Сейчас это все, блядь, починю. Вон он. Блядь, ну почему здесь так много ебаных снайперов, блядь? Сука, дрянь на 99. Добейте его кто-нибудь, добейте, блять, его.
Так, с дробовиком в кустах валяется у нас, нет, прикинь. Нет, так остался вот. Один. Сейчас попробую тебя резнуть. Держись. Блять. Ладно, красава, кто пытался. Да хуйня на самом деле четверых убить-то, блядь. Ну да. Просто прямо от меня не клич. Пулемёт, да. Я пойду к импедалисту тут, блядь, заебали, заебал, что встань на месте, как мужик, умри нахуй уже, куда-то. Да из ебаной зоны хуйни, блядь, сраный. О, смотри, снайперочек. Пизду, пойду-ка я отсюда, блядь. Морозистан, где? Опа, вижу пацика с бомбой. Блять. А что ты думаешь, щегол тебя сейчас? Ты уже, блин. Револьвер для ближнего боя вообще исключительно. Да, у нас летит, конечно, 3-4. Вражеские десантники сумели уничтожить несколько наших пушек. Оставшиеся будут вести непрерывный огонь по британскому флоту. Когда враг окажется на берегу, мы встретимся с ним лицом к лицу. За эту высадку ему придется заплатить. Наши орудия уничтожили множество британских кораблей, не дав врагу высадить весь десант. Преимущество на нашей стороне.
Так, я здесь. Что у нас? Пока. Ровно. Сейчас пойдем на Б, раз тишина. Я знаю, где они будут ходить. Нахуй. Идет, короче, снайперок, целится, блядь. Смотри, стоит чувак, блядь. И умирает с ножа, я его затыкал. Блядь! Пиздос, я в тыл зашел, трое лежат, блядь. Одного затыкал. Короче, я на Б. Так, ясно. Так, что меняем? Четверых убил, хотя технически я теперь убил. О-о-о. А засчитали только, блядь, на отряд. Я
сука блядская, а? Ой, блядь. Это ж не лезть, как, блядь, бедного снайперка. Да ты... Даже не знаю, где ты вообще. Да нет, тут, ну, далеко. Ну, вот так отсюда будет. Месть. Это называется... Мы устранили половину противника. Блять, ты нормально же стрелял. Ну, убили меня наконец. Заходит, блять. На альф. Ну, они теперь на... Так и будут качели продолжаться. Танк приехал. И амуницион! На тебе твой амуницион. Они здесь. Лестничный? Нет. Нет, меня убили, они здесь уже, они поднимаются наверх. Там еще и танк приехал. Надо, блядь, за пушку идти, ну все. Танк пойдет на альфу, блядь, скорее всего, на следующую. Эту точку, наверное, заберут. А, не, мы... Рано сдаваться, ты че? Хватит. Что за депрессивный настрой? Мою, да. Альфу забирай. Иди нахуй, ебаный танк, блядь. Ты придумал все, блядь. Так, вначале сейчас попробую сделать. Нихуя, мы там все отжали. Что, блядь? Это наш. Ты же не. Все, вот так пойду. Там кемпера в этом, ну, где мы пушку ставим обычно. Наверху. А, да? Окей. Ну, вообще, да, там место-то хорошее. Гранат закинул. Окей. Там танк, блядь, сука. Блядь, жнёк, не так страшно, я целый врага, блядь. Пиздос. Жнёк, смотри. Куда? Да, блядь, никуда. Пиздец, я в тылу врага, прикинь, там нас два снайпера стреляют. Я, блядь, убью. Пиздец, вообще, блядь. Я доблестно сражался. Пешка МП-300, там где мы ставим стан. Блять, самолетик. Ты нахуй самолетик. Медик, брадер. Help me. Ein bisschen Munition, Soldat. Моя хата.
Danke. Ну, надо им взять альфу. Надо им взять этот сектор, тогда накопим, в принципе, альфу. Но мне кажется, они проиграют. Да. Трупы врагов, блять, вижу. И танк. Блять, как все дымят, блять, все задымляют. Во-во, пускай забирает альфа. Отступаем. Внимание всем. Потеряна цель Аист. Бой захватывал. Что? А, слышь, зенит, какие дверки стоят на бочке, которые. Какой бочка? Да вот, блять, вон она наверху стоит на бочке на этой ебаной огромной, блять. Как туда чувак залез-то, блять? Убей его нахуй. Я ранил его. Блять. Я не вижу просто, блядь, ну, у меня в прицеле нет бочки. Ебать, я сейчас, блядь, кого-то зарандомил в голову, прям. А, вижу, вижу, блядь, всё, на... Что за пушка здесь стоит? Можно пострелять с ней? Вы не против? А, она соскальзывает. Она съезжает вниз, блять, смотри. Бля, самолет, это самолет, блядь. Она съезжает вниз, прикинь. Пам, меня убили. Это пушка говно, говорит, кто сюда привез, блядь, какую даму. Тут, блядь, игра что-то свернулась на какой-то хуй. Что? Взяла, свернулась просто так, прикинь. Блять, это... Тачаночка, блять, спасительная. И ты залагал резко. Блять, опять спидфайр ебаный, блять, а? Нет, амуниционер здесь. Есть что-то резко. О, танк. Молодец, блядь. Пошли бы забери. Походь, брат. Ты мне сюда стиль, да, Оуван? Блять, тут пушечка стоит, надо с нее танк этот ебучий разломать, блять. Где этот танк сраный? Блять, все, сука, задымили, заблевали, зарыгали, блять.
где он? Шмонитетер, а мне, бля. Сейчас я, бля, по Б буду хуерить из пушки. Шмонитетер. Нахуй, снайпер, ебаный. Сука, блять. Да ёпта, ёпта, мать, блять. Что, блядь, здесь происходит? Я лежу на бой, просто нифига не делаю. Нет. Наша. То есть я убил человек 5, конечно. Сдержала натиск британцев, но они не сдадутся так легко. Мы произведем стратегическое отступление и будем оборонять надежно укрепленную позицию в горах. Там мы одержим победу. Не дают на фау накопить вообще, чувак. Да. Какие-то, блядь. То слишком просто выигрываем. То наоборот со своим по полной. Сейчас может здесь на кряже попробуем. Надо просто всем взять медиков, штурмовиков и штурмовать точки в отряде. Тогда очки быстро копятся. А ты видишь кемперей, что сидишь, просиживаешь штаны. Мне надо, блин, сделать эти задачки на снайперка. Как же фау? Че, не хочешь маску, маску такую же не хочешь? Закрытую. Наша победа в устье фьорда пошатнула. А как я маска слепоты? Маска слепоты. Своими, блядь, способностями, ёпта, магическими. Атака врага захлебнется. Так, давай возьмем какой-нибудь стандарт. Почему вы разделились от меня, отряд? Я что-то не понял, я думал, почему ты... Почему вы бросили меня? Здесь? Зачем вы, почему вы так далеко от меня, мои братья? Стоите там втроем. Я танцую. Уже один пропал, блядь. Это я танцевал, потому что... Сейчас второй пропадет, смотри. О, братишка ко мне резнулся. Отлично. Теперь мы 2 на 2. Ну чё, ёпта. Стреляемся на счёт 2, 1. Дуэль. Захватывайте и удерживайте цели. Чем их больше, тем лучше. Вот тут есть читерская хуйня. Вот там. Давай. Сейчас могу тебе показать. Показывай. Вот здесь вот. Блять. Короче, здесь можно залезть на этот камень. И ты становишься невидимкой. Вот так. И вот там где-то враги сейчас должны пройти, блядь, нет? Нихуя. А тебе уже конь, сейчас подниму, погоди. Я надо лечь, потому что там было, блядь. Да я чё-то стоял. Да хуй знает, блядь, что ты встал, блядь, встать-то. Один готов. Ну, нихуя. Ну, а нахуй тебе. За пулеметом поставил пока. А, нахуй тебе тоже.
я настроил сенсу самую максимальную поставил на турели, и теперь пиздец вообще. Ну типа, чтобы зениток нормально стрелять, да? Ты понял? Ага. Теперь с турели нормально не могу стрелять, потому что там сенса дикая. Ну меня снял какой-то кемпер. Пиздец, эти турели такое говнище, блять, там ты так быстро снимаешь. Отомстил уже за меня, да? Да, я там отряд убил целый, блин. Мощно. Блять, сука, сел. Убил его нахуй. Блять, какой-то хуесос построил здесь ебаное укрепление, блять. У тебя есть Фауст, блять, с собой? Я мертвый. Если меня поднимут... Thank you, brother. Ща приду к тебе. Меня братишка из отряда поднял. Вот это вот хуйня, блядь. Вот это вот. Спасибо. Да не за что, походу, эта хуйня. Панцерфауст. Все. Сука! Тебя братишка поднимет, не боись. Надеюсь. Снайпер убил какой-то, да? Да, да сейчас убью его, нахуй. Там наверху, да, сидит? Да, да. Ну, его, походу, тоже уже убили. Я посмотрю поближе. Тут точка резко. Я их кончил всех там, короче, чувак. Они, они скоро сюда придут. Еще, знаешь, место есть хорошее. Вот, вот здесь. Пойдем покажу. Они обычно ломятся вот из этой дырки. Вот здесь вот дыра. Ну да. А я, короче, сижу обычно вот тут вот. Они проходят, блядь, а потом ты просто выходишь и вот здесь вот всех так зарежешь нахуй. Так они могут и вниз пойти. Могут. Ну обычно они на этот путь кладут. Какие идиоты идут сразу направо, блядь, чувак. Я обычно вниз вот выбегаю, и сразу вниз иду, чтобы... Ой, ебать, нихуя. Шмаляет тут. Гранату туда кину. Я буду пасти. Мы теряем цель Аист. Никого не видно. О-о-о. Хорош, зашли. Там еще... Там еще меня, да, положили. Сейчас наверх. Я пойду. Убил его нахуй. Сейчас наверх. Блять. Да. Он вас всех убил. СМП-34. Этот пацан, который меня называли. Который меня завалил всех. Так, где теле, который хуй знает, кто отреснулся. Оп, 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 блять, нахуй. Сука. У меня какой-то очка стрешит. Смон даже баба. Блять, я не вижу. Откуда тебя убили? Там снизу, можешь поднять. Они вот слева снизу, короче, все сидят. Кемперят. Можешь прям заебись, он хэдшотить. Видишь, да? Блять, одного убил. Сейчас моя очередь умереть, наверное. Что-то меня поднял. Но они бегут. Ух, ёпта, больно стреляют, ты слушай. Да. Твою очередь поднимать. А ну, они уже пристрелились. Пожалуй, я отсюда съебусь. Я тоже. Или нет. Или не съебусь. А там все сдох. Нужна есть пиздавать. Не, не накопим на фау. 9000 будет. Неудобно, неудобно. Блин, хуёвое место, где я пошёл сюда. Я с другой стороны уже...
Одного зарезал. Второго нет. Вот я так, вот так, как сейчас ты сказал, как я тебе показывал, я точно вот так же сделал. Сейчас вышел и зарезал сразу нахуй его. Такие. Но сейчас у меня есть в отряде пулеметчик, который, блядь, войну на брюхе прополз всю, блядь. Тут и я до недавнего времени, кстати. Не-не-не, это я в прошлом раунде. Не, М1А1 определенно отличный карабин. Особенно если стрелять в район головы. Можно за обойму. М1А1, да. Можно за обойму прям народ покрошить. Кстати, снизу тебе, по-моему, хотели. Да. Убил. Я пытаюсь. Там еще один слева. Слева? Вроде да. Может, могу ошибаться. Не, наверное, убей. Пойдем тут сзади, обойдем. Пойдем, пойдем. Как сзади обстрел? Я вижу его сейчас убьем. А, нет, ну ладно. Хорош, троих убил. Двоих. Нашего надо поднять. Прошу. Я подниму, подниму. А, ладно. Прикрой. В смысле мы проигрываем? Бред какой-то. Не слушай его. Пиздобол, я же говорю. Вражеская пропаганда, блядь. Снайпер, аккуратно. Скалаться тут. Блядь. Понизу же, да? Там есть что-то? Нет. Ну, снизу, да, за камнем. А, не-не, я не подниму. Они прям сюда целятся. Да-да. Чувак, с винтовочного гранатомета вплотную меня убил. Что-то, мне кажется, зря я туда сейчас иду опять, блядь. Что-то зря, наверное. Что-то нет. Свежие данные. Потеряна цель «Рос». О, они в тылу у нас все захватили, смотри. Мы все-таки захватили цель Эму. Я у вас достигла. О. Хуево место все равно. Наконец-то они додумались, блядь. Десантироваться где-то в тылу у нас захватить. Да, или что там? Кент помер. Блять. Ты же быстро с этой хуйни убивает. У нас на этот, на С заходит. Я там умер, да? Не на С, а на Е, на Е, на Е. Взять ли кто-то должен, блять, лежать где-то, хуй знает где. Так, я не знаю, что делать. На С, давайте возьмем. Хуя, блять. Нет, там наших братан, убивают. Это проблемы, блядь. Я не знаю, откуда, блядь. Вон он стреляет, блядь. Тут под прицел залез. Где МГ-42? Ну, весь отряд-то наш положил. Угу. Бля, мне на этой карте надо добить снайперку. Сколько у меня осталось-то? Да дохуище! Блять, из положения лево ждать. Ёб твою мать. Нахуй туда я со снайперки бегаю, я все равно из положения лежа не могу никого убивать здесь. Что там половина фрагов стоя, блять. О, враг здесь. А, не. Казалось. Хотели, что? Так, что делаем? Куда идем? На Д, конечно. Пошли на Д.